В грядущую пятницу в Ивановском областном театре кукол премьера. Спектакль «Не ежик». Уютная камерная постановка, в которой расскажут о простых истинах, о том, как быть счастливым, оставаясь самим собой. Главный герой – обыкновенный ежик, который любит играть с лесными друзьями. Но далеко не всем нравятся его колючие иголки. Вы со мной больше не играете? Пушистые звери должны держаться подальше от колючих. Мы с ним не играем. А с кем играем? Только с пушистыми. Пошли, пошли, пошли. Не ходи за нами. После разлада с друзьями, ежик решил во что бы то ни стало завоевать их расположение вновь. У волшебного пенька он попросил уши, как у зайца, и хвост, как у белки. Впрочем, исправить ситуацию это не помогло. Потому что он перестал быть самим собой, а это очень важно. И мама рассказывает ему об этом и в песне своей, и в тех диалогах, которые очень важны в этом спектакле, эти диалоги. И мне кажется, что маленькие наши зрители тоже поймут эту важную мысль спектакля, что нужно быть самим собой и нужно слушать свое сердце. Действительно, в погоне за чужим одобрением можно измениться до неузнаваемости, потерять себя и свою индивидуальность. И при этом все равно не достичь желаемого. Чтобы стать счастливым, нужно в первую очередь полюбить себя и обрести гармонию. Пьеса Анны Богачевой была написана в 15-м году, это буквально 4 года назад, даже, может быть, меньше, 3, наверное, с половиной. И вы знаете, она очень быстро приобрела известность и стала ставиться во многих очень театрах кукол России. Потому что это очень милая пьеса, в которой в совершенно доходчивой форме показано, что надо быть самим собой, не надо ни на кого быть похожим. Спектакль «Не ежик» – это бесконечно трогательная история о том, как неуверенный в себе ребенок ищет понимание друзей. Атмосферу дополняет проникновенная музыка Ивана Богомолова. Понравится постановка, пожалуй, всем без исключения – и взрослым, и детям. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.